Ой, ужас какой. Ой, ужас какой там еще, боже мой, еще творится. Да где же пожар-то, ёб твою мать. Не ругайся матом. Не, все выгружено. Человек 10. Там дальше все стоят.
Ну, судя по всему, горит только вот буквально вот недавно, потому что только-только-только вот начали все огорождать, вот только подъехали. То есть относительно недавно. Но он тут прям пиздец. Метро Октябрьское, ребят, радиальное, в сторону центра вот дорога. Тут прям, тут вообще все сейчас будут перекрывать. Короче, получается авария, тут КамАЗ. КамАЗ. Видео. Тут какие-то вообще ссоры, тут вообще. Пятерка, ёшкин паровоз. О, видишь, как... КамАЗ сними, смотри, колесо там нахуй вообще сломано. Ебать. Вообще же, сейчас я поближе пробежу. Это Бентли, блядь, прикинь. А, это Бентли. Снимай. Жесть. Нихуя там, блядь. Он это в КамАЗ Бентли. Влетел просто, блядь. Yeah.
Кого же он делает? Дальше еще. Смотри, 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 второй, третий. Блять, ёб твою мать, нихуя себе! Какой ужас! Ты живая, слава богу. Пиздец, она там перетрухала, девка. Ой-ой-ой. За стол держи. Слушай, а я снимал, я думал, просто что смех, блядь, нихрена. Мужик, это побежал. У этих козлов сорвало забор, блядь, да? Ага. Мужик побежал. Ой-ой-ой. Фу. Пиздец. Какие поездки? Живая, слава богу, блин. Все. Идите домой. Все, домой, домой. Как-то. Какие игры, блин. Так дождя еще нету. Куда только ветер зашел. Снесло. Ужас, а что это снесло? А это что-то оторвало с этого, с забора, мне кажется. Thank you.
На станции с автобуса. Машина по списанию вообще не пиздит.
сами поехали домой.